Всем привет, с вами Роман, видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Пишите комментарии под этим видео, два человека получают по 10 рублей на PR кошелечек. Задача конкурс, комментарии, запишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, а также в каждом видео конкурсы. Так, сейчас я покажу, что у меня, сколько я заработал в проекте STProf. Ролик не является рекламным, я ничего не принуждаю никого, я только рассказываю, где я зарабатываю. Также не забывайте, что есть риски. Я ничего не рекламирую никогда, не заставляю вас ничего делать, только рассказываю, где я лично зарабатываю. Значит, зарабатываю я здесь очень неплохо. Смотрите, я здесь инвестировал 200 рублей, получаю постоянно 400. Так, депозит, значит, у меня здесь закрытые депозиты. Давайте мы перейдем в профиль и посмотрим, сколько я здесь заработал. Так, сумма моих выплат почти 2000 составляет. Давайте мы проверим на платоспособность сайт, платит ли сайт. Будем сейчас выводить 150 рублей. Проверим наш сайт на платоспособность. Выплата успешно подтверждена. Проверьте баланс кошелечка. Давайте проверяем. Пришло у меня 150 рубликов. Мы будем сюда инвестировать еще 200. Кто хочет, может попробовать. Ссылочка под видео. Но опять-таки есть риски. И насильно я не могу вас заставить. Вот. Сейчас мы будем разыгрывать конкурс. Давайте скопируем видос. Значит, за этот видос я взял не по листингу, но дают за него 3 доллара за видос. В принципе, если у вас есть канал, то вы можете заработать 3 доллара. Написать в администрации, ну я имею в виду за Hourinstant. Давай сейчас с тобой разыграем. Так, что там? Нужно подтвердить, да? Подтверждаем. Давай, сейчас разыграем с тобой. Видосик, о, загружает, это хорошо, что рандомайз работает. Думал, сейчас опять вручную придется выбирать. Так, Сергей Попов. В принципе, классно, что он выиграл, потому что он не выигрывал. Вообще, этого человека я еще не помню, чтобы я ему скидывал. Это, похоже, новые подписчики. Ну, Норми ГГ, это уже подписчик достаточно давно уже. И в конкурсах участвует. И смотрит мои ролики. Так, проверяем сейчас депозиты. Давайте смотрим, что тут у нас по депозитам. По депозит смотрим активен. Так. В принципе, что ж, на этом желаю вам удачных заработков. Не забывайте о рисках. До новых встреч.